Приветствую вас на канале RedCat. Вы смотрите игру Egg Farm Simulator, и сейчас я вам показываю свой новый рекорд. Вы видите, что у меня уже 100 уровень, и я обогнал абсолютно всех моих друзей-ютуберов, в том числе и Eladiel. У нее только 85 уровень, у меня уже 100. Ну и после того, как я убью босса, то, конечно, еще смогу прокачать его до 105 уровня. Это очень круто. Даже, по-моему, у Робзи 70 уровень, поэтому у меня сейчас, наверное, самый высокий уровень среди всех ютуберов. Ну что ж, неплохо, я считаю. Давайте я вам сейчас еще кое-что покажу, а именно, как получить черное яйцо. Смотрите, я получил свое первое черное яйцо, но тут не все просто. У меня пока 84 уровень был, когда я его получал, а мне нужен 150 для того, чтобы сделать... Retirement. Retirement переводится как уход на пенсию. И только тогда я смогу получить свое яйцо. Также написано, как вы можете получать эти яйца. Первое, это каждые 2000 уровней, когда вы прокачиваете у фермеров, вы можете получать. Либо же, если вы убьете босса-мутанта. Ну что ж, за 2000 уровней я уже получил свое яйцо. Давайте еще получим яйцо за убийство босса-мутанта. Вот мой босс-мутант, он появляется на 100 уровне, и сейчас я его буду убивать. Я делаю небольшую подготовку, собираю все курочки, чтобы максимально прокачать скорость атаки, и сейчас буду убивать его. Итак, включаю 3 своих способности, у меня уже 7 прокачано, и давайте буду убивать. Видите, запаса мне хватает, поэтому я даже не стал активировать еще одну свою способность, 7-ю. И, видите, без проблем я его убил. Вы можете увидеть, что в левом нижнем углу у меня уже появилась циферка 2. Это означает, что у меня уже есть 2 черных яйца. Это очень круто, ребята. Я думаю, что на 150 уровне будет еще один такой босс. Плюс я думаю, что прокачаю еще 2000 уровней точно у фермеров. Поэтому, когда я выйду, так сказать, на пенсию, у меня уже будет целых 4 минимум черных яйца. И это, я думаю, прикольно. Посмотрим, что мне попадется. Ну и, собственно, следующее видео по этой игре вы смотрите после пряток. Следующее видео будет про прятки. Мы там будем прятаться с котиком игроманом. Ну а потом, я думаю, еще одно видео запишу про симулятор куриной фермы. Вы увидите уже более видео. Я думаю, что там на минут 10 будет про то, как я проходил все этапы. Ну и много чего интересного вам там расскажу и покажу. Ну что ж, ребят, на этом у меня все. Ставьте лайк, кому понравилось видео, кому была полезная информация. И с вами, надеюсь, встретиться в следующем видео на канале RedCat. Всем пока!